Здравствуйте, дорогие клиенты цифрового центра ИОН и подписчики канала ИОН Телевижн. Сегодня мы снимаем итоговый поздравительный ролик для вас. Именно поэтому я позволил себе не надеть свой халат, свою рубашку и галстук. Если вы думаете, что я все время хожу в униформе нашей лаборатории, то вы ошибаетесь. Иногда одеваю и гражданские вещи. А наш оператор-монтажер Алексей получил полную творческую свободу при монтаже этого видео. Поэтому ничему не удивляйтесь. Итак, 2012 год в цифрах. Более 37 250 тысяч человек посетили цифровые центры ИОН, а это, между прочим, население нескольких Румыний. Наши специалисты проконсультировали более 24 миллионов человек. Такому количеству людей не помог даже сам Геннадий Малахов. Мы осуществили более 460 тысяч настроек, а количество постоянных клиентов превысило 450 тысяч человек. Если вы думаете, что мы собираем армию, то вы ошибаетесь. Теперь перейдем непосредственно к нашему каналу. За 2012 год наши видео собрали более 2,5 миллионов просмотров. Рома Желудь может сказать, что такое 2,5 миллиона просмотров. Зато Рома, мы приносим пользу людям. В уходящем году 4216 человек стали подписчиками нашего канала. Наши видео получили 7736 лайков, и этим людям, кто ставил эти лайки, мы отправляем наши лучики добра. И 1716 дизлайков мы получили, и этих людей мы все равно любим. Именно вы оставили более 2100 комментариев, а наше видео просмотрели граждане 195 стран мира, в том числе Каймановы острова и Лесото. На очереди Гамбия и Того. Трепещите, ребята. И как минимум один человек смотрит это видео из армии. Речь идет о нашем ведущем Михаиле. Так что ждите новых обзоров, на, как сказал его прапорщик. А мы будем ждать. Прапорщик сказал, надо ждать. В канун Нового года хочется чего-то светлого. Ты прикалываешься? Давай заново. В канун Нового года хочется чего-то светлого. Мы желаем вам, чтобы ваши цифровые мечты сбывались, а гаджеты, которые вы приобретете, приносили вам только радость и помогали решать те задачи, которые будут перед вами стоять. И, конечно же, пускай 2013 год будет для вас очень счастливым. И не обращайте внимания, что это год черной водяной змеи. Пускай она будет такой же пушистой, как этот кот. Там нет веселей кота. Вот как вот этот кот? С вами была лаборатория ИОН. Смотрите наши новые обзоры на канале ИОН Телевижн, но уже в новом году. До новых встреч!